прокомментируйте. Измазаны дерьмом и русские евреи. А ты вступил в говно? Иди вступай. Ну, вы так и не ответили на вопрос. Чем измазан? Говном. Вы что, не читаете? Чем говном? То есть я могу написать, что вы сказали, что русские евреи измазаны говном? Нет, вы не говорите, чтобы я, по-моему, передергивал. Я поэтому от вас жду конкретного ответа. Чем если вы видите в произведении только это... Пожалуйста, я вопрос автору задаю. Ой, я понятно. Ин, понятно. Чем? Вообще неблагодарное дело для любого автора пояснять вообще любые произведения. Пояснять. Ой, как? И вы увидите одно, другое увидите другое.